Где пацаны? Внутри. Пацаны, где девка, которая его ботинок подняла? На телефон, наверное, вот он. Где? Вот ботинка. Что такое? Что ты хочешь? Вы телефон подбирали? Нет, я тебе подобрала. Кто ботинок, кто? Я подобрала. И вы телефон взяли, где? Я телефон не брала. Ребята, получен, у нее, ребята. Я видел. Ответ получен, телефон никто не брал. Брали, Мас, я видел, вопрос. Я видел. Да. Не снимай, пожалуйста. Я не понял сначала, что это мой хорошо. Телефон. Ты видел, что с телефоном было? Нет, я ничего не видел. Ну, товарищ расскажет. Ну, давайте тогда зайдем, вы покажете содержимое карманов. Давайте. Кому? Заявление писать будет? Нет, вот, ребята. Пишешь заявление? Конечно, я пишу, да. Проходите, пишите. Не, проходите, давайте с нами. Я видел, что телефон вы поднимали. Называй дежурный. Анту называла? Что случилось? Телефон тиснули. Что? Телефон тиснули. Идешь телефон? У меня. Вот эта девушка, которая ботинок его поднимала, этого пацана. Вот у них у кого-то сейчас телефон при себе. А какой? 720 люмер. Вызвали дежурного? Давайте тогда. Да. Да не, напишем, пускай покажут, что у них там по карману. У них телефон, ребята, я видел своими глазами. А какой номер? Может позвонить туда? Давайте позвоним. Выключено. Все. Телефон разлетелся, когда вы его подбирали, девушка. Я это видел. Это четко видел, как вы его поднимали. Принимайте заявление. Да, ну пускай покажут содержимое своих. Руманов. Нет, давайте по заявлению, потому по фамилии, имя, отчество, что чтобы посмотреть, что за гражданин. Я лично видел. Вы брали? Брали, брали. А это звонил сейчас? Да. Там все отключен. Да. Да пройдемте. Проходите, пишите заявление. Да они, сейчас идут, у них телефон, я говорю. Только что я видел, как она его подняла. Понимаете? Пройдемте, девушка. Тогда включите. Молодые люди с ней были, вот эти вот двое. Проходите. Сидите, да, он видел, тоже он был рядом. Пошли.